Снова всем привет. Маленький такой, маленький подкастик. Флэсивный, скажем так, подкастик. Ради чего я вообще его записываю? Постараюсь быть достаточно кратким, но емким. Я делаю его для того, чтобы сказать спасибо всем тем, кто присылает мне комментарии, свои фидбэки, да, свои отзывы. Основная масса людей, которые это делают, это спасибо за флейсим, говорят. Я, честно говоря, немножко, ну, приятно удивлен, хотя изначально канал начинался с двумя вещами. То есть я хотел поделиться что я сниму очки, то, чем я знаю по КСП, и то, чем я обладаю знаниями, какими по флейсиму. Вот, но так вот вышло, что FlySim, несмотря на то, что их видео меньше гораздо на канале, чем любых других, оно поперло, и люди смотрят, достаточно большие просмотры, то есть целые комьюнити там собираются вокруг определенных видео, люди просят, делают запросы, и, соответственно, совершенно вот новых людей прилетают благодарки за то, что я сделал. Вот буквально сегодня совершенно два человека, что меня вынудило, ну не то, что вынудило, это меня побудило, правильнее сказать, записать этот подкаст. Сегодня совершенно два разных человека написали мне, опять же, два фидбэка на FlySim. Вот, с таким посылом, что, мол, в общем, в принципе, делаю обзоры и озвучиваю достаточно детально то, что другие на каналах не могут, тот же Border Commander, и другие, но почему-то не знаю почему. Но вот и людям так кажется, и слава богу, что я могу. Вот, поэтому я буду дальше стараться. Это реально очень сильно подстегивает конкретно продолжать. Значит, из обещанного, вот лежит у меня распечатанная схема полностью Борисполя по новым схемам. Здесь, как вы видите, ну не знаю, видите, в обратку читать, наверное, неудобно. NDB заход на 18-ю левую. Будем летать. Сейчас я посмотрю, вот отсюда с девки вот отсюда зайдем. Так что готовлюсь. На самом деле я уже серию записал, но она в эфир не пойдет. По той простой причине, что шум двигателей практически равен моему голосу и часто его перебивает, когда я чуть-чуть делаю голос свой тише. Поэтому я эту серию перезапишу. Так что немножечко терпения. В ней я сразу расскажу, в ней теории не будет, как вот отдельно NDB разбирал я. Сразу будет практика. Это людям больше нравится, то есть больше просмотров, и на теорию мало смотрят. Там же посмотрим про транспондер. Что-то я еще хотел вам сказать, что там будет. Да, на каком крафте я туда пойду, я еще выберу. Я записывал это на 737, но проблема в том, что на 737 всего лишь одна станция АДФ. Мне надо две. Для хорошего, красивого захода надо две. Я посмотрю какой-нибудь крафт, подберу, вплоть до того, что на какой-нибудь стандартной цесне попробуем это сделать. Вот, ну, наверное, это все. Сейчас отснимал Тимбранстоун. В ближайшее время ждите, будет ряд прохождений. Она такая достаточно небыстрая игра. Вот, ну и, наверное, все. Если есть какие-то пожелания, комментарии, you're welcome, как говорится. То есть пишите, я все читаю, ну и дальше будем снимать. Да, по КСП немножко пока пауза. Вот, что-то я не могу его осилить сейчас. Вот. Все. Всем пока. Спасибо, что посмотрели. Увидимся.